Всем привет, с вами Рамблдэш. Сегодня у нас новости Пони 2020. Да, у нас 20-й выпуск. Ну и я покажу вам свои две новиночки. И, кстати, зачем здесь стоит Пони от волчков? Потому что у меня был сегодня день обмена волчков. И я хочу вам о нем немного рассказать. И обмена волчков мы меняли с волчками. И у меня появился... Где-то, сейчас скажу сколько, 13 волчков, потому которые я обменяла, и 2 новеньких, которые у меня выигрались в окее. У меня 7 выигрались в окее, но у меня там 5 повторов. Я их уже обзорила, окей, битва волчков, 5-я часть, день обмена. Так, я хочу поставить нормальную камеру. И давайте же хочу обзорить то, что я купила еще сегодня. То, что мне купили в магазине. Красные и белые. Я хочу вам показать такую вот мяшную лягушку. Давайте ее немножечко уменьшим. Так. Это такая вот лягушка из она резиновая. И это кольцо. Первое, это кольцо. Да, у нее здесь там две ножки. Такая вот няха зелененькая. Вот. Так вот у нее тикиточка. Продукция, кольцо, колокушка, тут не видно вам, и код. Ну, и, кстати, там есть еще это такой светло-зеленый, там есть зеленый, ну, ярко-зеленый, как вот этот, наверное. Светло-зеленый, потом красный, оранжевый. Ну, я захотела такой вот, и она надевается на палец. Ну, она условно надевается на палец. Но я хочу вам это все равно показать сейчас. Такая, это очень резиновое такое кольцо. Вот. Ну, даже лучше, знаете, как вот так. Наверх одеваете. И знаете, какой у него прикол? Смотрите. Та-да! Если так на нее нажимаешь, у нее изо рта такие вот рвотины. Я это называю рвотиной. Потому что как будто бы я тошнила. И там есть блестки синего цвета, смотрите. Как красиво, да? Вот. Красиво, ужасно красиво. Это я продвинула камере ее блестки. Вот. Вообще красота такая вот. Вот так вот делаешь, и у нее появляются блестки. Ну, я так понимаю, это блестки или рвотины. Очень гладко, тоже такой вот шарик. Она такая, поэтому мягкая, ее можно мять. В общем, мяха. Такая вот лягушечка. И я хочу вам показать еще одну новую вещь. И кое-что еще. Первая, это вот такая вот расчесочка. Кларетта. Это у меня моя расческа, но мы сегодня купили расчески. Вот это вот моя расческа, Кларетта. Здесь написано... Кларетта представляет, здесь вам видно, Кларетта представляет эксклюзивную коллекцию флар. Массажные щетки необычайно легкие, прочные и долговечные в использовании. Универсальная щетка на подушке идеально причесывает волосы, пластиковые зубы с массажными шариками, обеспечивает массаж кожи головы, стимулируя рост волос. Маленький размер щетки делает ее удобной в дороге. Материал пластик. Ну, я думаю, вам не очень было интересно слушать. Ну, я хочу вам открыть ее. Но, кстати, даже не знаю, как она открывается, потому что она... Вот эта вот основа, она из пластика. Мне пришлось вот так сделать. И смотрите, здесь вот так вот все красиво. Достаточно, по крайней мере, какой-то пластик, а не бумага, потому что бумага это ненадежно. И я сейчас сниму вот эту штучку. Я даже не знаю, как ее делать, потому что это какая-то... Ну, как я вам скажу, ремешок такой, который на нее найдет. И какая-то бумажка. Давайте все спокойно. Ну, я ее порядком просто ободрала. Потому что даже не знаю, что делать. Давайте поставим вот эту вот маленькую рвотную няшу в кадр. Рядом со мной. Так, и обзором же расческу. Камера, блин. Вот. Тут щетка маленькая мини-щетка. Она
здесь написано колоритами, и она с цветочком. Здесь вот такой няшный беленький фончик и такие вот цветочки. Здесь у нас белая подушечка и вот такие вот белые наконечники розовые и белые щетинки. Ну, и она мягкая. Я просто ободрала, потому что вот, я не могу это отрывать. Да. Ну, здесь вот такая вот дырочка, как у всех расческа. В общем, она милая и няшная. Мне обязательно прикатиться. Ну и насчет песни «Отпусти и забудь». Я ее спела на украинском, вы не поверите. Все одно, господи. Ой, же я узнала. «Отпусти и забудь». Let go, сади край, все одно, до чего еще дойдет. Ну, не спрашивайте, пожалуйста, на каких-то языках, но я знаю. Но я думаю, это так понятно. Родина. А я в родине вся, противно. Ну, прикольная. И влоги у нас еще будут. Обязательно. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки к этому видео и комментируйте. Всем пока!